Сегодня 24 число. Впереди меня нет никого. Впереди меня только националисты. Вот они кричат и показывают разные нехорошие знаки. Вот эти националистические бандиты, которые за деньги американского госдепа кричат: «Украина превыше всего». Вы слышите возгласы: «Слава нации, смерть врагам!» Это фашистские лозунги. «Украина превыше всего!» Они тут и кричат: «Комуняку на гиляку, москаля на ножи» и так далее. А это наши украинские войска, внутренние войска, простые солдаты-срочники, которые продолжают быть верными присяге. Мороз сегодня ночью был до 20 градусов. А они все равно стоят. Вся улица Грушевского залита водой. Везде вода, везде ледный. Дальше уже так называемые революционеры. Вот они смотрят на нас, вот они фотографируют. У них, конечно, оптика помощнее. У них оптика помощнее. Они меня видят как на ладони. Вот лейтенант, расскажите, какие у вас сейчас проблемы? Что вы сейчас выполняете? Как вас зовут? Меня зовут Андрей, здравствуйте. Выполняю службу, боевые обязанности. Пожалуйста, говорите на русском языке, потому что вас видит вся Россия. И Украина, Донецк, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, весь Крым. Значит, защищаемся от, скажем так, выполняем свои служебные как обязанности. Как вы относитесь к тем людям, которые бросают вас камнями? Нормально, мирно относимся к этим людям. Огнем. Ну что, ну мы выполняем свои служебные обязанности. У вас были какие-либо перебежчики? Много воззваний, телевидение, партии разные? Мы настроены мирно против населения. Кто-нибудь из ваших солдат дрогнул, поддался на агитацию? Никто не дрогнул, никто не поддался на агитацию. Андрей, скажите, пожалуйста, что вот вашим солдатам нужно в ближайшее время? Сколько человек предварительно надо? Ну, человека 4. Все. Вот во что превратили в Киев революционные действия. Ноги у меня уже мокрые, везде вода, вон дым идет, пар идет от солдатских сапог. Вот Национальный музей, идем через музей пройдем. Вот наш любимый лучший музей, музей номер один. Вот этими огнетушителями солдаты тушат сами себя. Палатки, пункты питания. В гражданскую войну здесь такого не было. Это дом дореволюционной постройки. Музей украинского изобразительного искусства. И даже в Великую Отечественную войну такого не было здесь. А вот это вот центральный вход в кабинет министров. Отсюда все начиналось. 24 ноября, после митинга на Европейской площади, боевики свободы пытались вот здесь штурмовать кабинет министров. Вот с этого флагштока лично Юрий Левченко, кандидат в народные депутаты, снял государственный флаг Украины и поднял на нем флаг украинских националистов и Евросоюза. Вот этот. До сих пор на этом флагштоке нет флага. На соседнем флагштоке флаг есть. А вот этот БТР, о котором с такой ненавистью пишут украинские средства массовой информации. Посмотрите в упор. Нет на нем оружия. Никаких пулеметов на них нет. Это просто тягач. Старый советский БТР. Смотрите, никаких пулеметов на них нет. Ну вот солдаты с черными лицами. Вот этого БТРа боятся. Милицейский старенький БТРчик. Сергей Рулев,
Олег Саган, Анна Ньюс, Киев.